В Гусь-Хрустальном будут судить жителя Молдовы, который 3 года назад убил сожительницу и сбежал от правосудия в Румынию. Следком сообщает, что в России 37-летний Иоанн Арсений находился незаконно. Проживал в поселке Уршельский Гусь-Хрустального района и неоднократно избивал 38-летнюю сожительницу за то, что она якобы злоупотребляла спиртным. В марте 2015-го от побоев женщина скончалась, а Иоанн Арсений скрылся. С помощью Интерпола его нашли в Румынии, и эта страна выдала его России. Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Мать погибшей заявила о материальных претензиях к обвиняемому. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Он решил уехать в Молдову. Вот. Ну, в Румынии, как говорится, неподалеку. Там проще затеряться, как он для себя решил. Поэтому все эти годы, все 3 года практически, он проживал на территории Румынии. Ну, сумели установить его местонахождение и законным способом, предусмотренным, его экстрадировали в Россию.